Всем привет, дорогие друзья, с вами Лосипав, и сегодня я буду разыгрывать 5000 рублей. Многие не верили, то, что они у меня есть, но все же они у меня есть, как вы видите. И что ж, давайте разыграем их. Сразу хотела бы сказать, то, что в конце видео еще будет конкурс на Battlefield 3 Limited Edition, Battlefield 3 Limited Edition, то есть 2 Battlefield 3 Limited Edition, и спор с дополнениями. Всего у нас обновим 2558 комментариев. Зайдем мы в random.org, вот сюда вот, и введем 2558 2558. Нажмем generate, и у нас первое число 223 победитель. Я это все буду считать потом, пересчитывать. И победители будут там, где-то наверху к видео. Создадим новый документ. И сейчас введем. 223. Так, мы получаем 2500 рублей. Второй. 2346. И третий. Это 1500 рублей. И третий у нас 1939. Вот у нас победители. То есть сейчас сразу напишу, чтобы не было никаких потом проблем. Ой. Вот так вот. 1500 рублей. И 1000 рублей. 1000. Вот, все. Вот у нас, в принципе, победители. Победитель будет повешены в аннотациях вот здесь вот. То есть на новом видео где-то так вот. Я напишу, в принципе. И насчет нового конкурса. Новый конкурс, как я уже сказал, будет на Battlefield 3 Limited Edition. Это первое место. Второе место Battlefield 3 Limited Edition. И третье место спор с дополнениями. Именно так. Что надо будет сделать, чтобы участвовать? Правила все те же: подписка, лайк, комментарий. И еще одно внесение, надо будет сделать небольшую работу. Эта работа может быть совсем любого творческого типа. К примеру, сделать карту на прохождение Майнкрафта или карту просто позабавиться. Сделать фан-арт, сигну, без разницы, все, что вам запретет голову, то сделайте. Что это может быть? Ну, если вы такой талантливый, можете песню написать. Если вы очень хороший художник, нарисовать фан-арт, фон, не знаю, все что угодно, да, интро, все что угодно. И куда надо будет работы выставлять свои, это будет специально, вот здесь будет где-то в описании ВКонтакте ссылочка в группу, точнее в группу, а просто на мой профиль, ну или в группу будет, я не знаю. Туда надо будет скидывать все работы. И что ж, всем до новых встреч. С вами был Максим, и удачи в конкурсе, и всем пока!